Военнослужащего из Югры с позывным «Семечко» наградили медалью за храбрость. Один из самых молодых командиров отделения служит в зоне проведения СВО. Год назад 19-летний вартовчанин, не дожидаясь призыва на срочную службу, заключил контракт с Министерством обороны. А сегодня государственную награду получает из рук первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова. Медалью за храбрость второй степени награждается Алексей Николаевич. Это первая награда рядового с позывным «Семечко», но явно не последняя. Несмотря на юный возраст, командир отделения умеет найти подход к любому бойцу, пусть даже намного старше себя. Ну, люди разные, каждому человеку нужен свой подход, потому что я не использую, типа, я тебе приказал, типа, иди сделай. Я к нему подхожу нормально, по-человечески с ним поговорю, говорю, надо сделать так-то, так-то. Если что-то непонятно, подойди ко мне, я объясню. Люди это понимают, потом подходят, я это объясняю, как делать, иногда сам помогаю. Когда видно, что человек не справляется. Такое отношение к подчиненным сложилось у Семечки еще от того, что он помнит свой первый выход. И как самому было тяжело привыкать к боевым условиям. Вот я помню свое первое БЗ. Вот тогда вот, ну и правда, вот испугался, когда только первые прилеты пошли, когда узнал, что такое кассеты, тогда было страшно. А потом уже со временем как бы привыкал. А главным молодой командир считает ответственность за веренные ему человеческие жизни. Была боевая задача на опытном, когда у нас один человек был 300, долго не могли его вытащить. Я взял свою группу, пошли вперед, чтобы его вытащить. Все, начались прилеты. Я людям говорю спрятаться, а некоторые просто к деревьям встают. Я к каждому поползал, говорю, тут ты сейчас не выживешь. Вот сейчас прилетит, вот не дай бог тебя сейчас заденет. Залезь вот туда-то или туда-то. И все, и все как бы это слышат, и все начинают искать себе укрытие. Все, все попрятались, все живы, здоровы, вернулись обратно. Примером для Семечки служит его ротный, младший лейтенант с позывным «Катунь». Опыт боевой, это самое главное. Потом, также умение объяснять каждому человеку его задачу, правильно ставить эти задачи. Это вот самое главное, что находится вот вообще в армии. Ну и дисциплина, которую он создает в роте. 19-летний вартовчанин постоянно поддерживает связь с близкими и родной 8-й школой. Как любой солдат, мечтает вернуться домой. Но, возможно, служба в армии станет его профессией. Михаил Светошев, Евгений Лоскутников, Донецкая Народная Республика.